Всем привет! Сегодня мы начинаем наши новые дела, продолжаем мы обустройство кухни. Вот видите, полков, это уже видео вышло, этого видео еще нет, как мы делали саму кухню, и видео, как устанавливали вытяжку, тоже нет. А сегодня мы будем производить работы по устройству плитки керамической на вот эту вот стену. Это у нас стена на кухне, здесь будет рабочий стол. Я не знаю, там будет Лариса, не будет, ну, сейчас все увидите. Взял я свой старенький нивелир, который, наверное, 70-х годов, а может даже 60-х. По-моему, 69-го года, вот как бы мне память не изменила. Видите, он весь в паутине. Последний раз я его доставал, когда строили дом. Опа, отъехал. Вот, надо маленько протереть, подготовить его к работе. Эта кухня простояла уже добрый десяток лет без плитки, без ничего. Конечно, грязная, но вот хотим ее облагородить. Попросил Ларису, чтобы она мне помогла мерную линейку. Я сейчас буду при помощи вот этого нивелира вот там вот все горизонт выравнивать. Третью метку уже даем. Так, дали третью отметку. Получается 1, 2 и вот это 3. Вернее, вот это первая отметка. И нам еще надо туда пару отметочек дать. Немного неудобно, но надо чертить. А? Вот это уровень низа плитки. Thank you.
Плитка закончена, как вы видели. Уголок я открутил. Все пробки вытащил. Теперь эти пробки надо... Вернее, не пробки. О, а тут три пробки не вытащил. Сейчас покажу, кстати. Как видели, пробки все вытащил. Надо все это будет замазать, затереть швы и доложить вот здесь плитку. Но тут плитка не влазит, примерно 7 миллиметров. Поэтому я ее буду закладывать вместе вот с этой стеной. Сейчас мы отодвинем вот этот наш айленд, островок кухонный, и будем ложить там плитку. Хорошо, кухня большая. На половине можно кушать, на половине ремонт делать. Там, видите, внизу надо заделывать тоже. Сломалось у меня сверло на 6. Давно оно у меня было уже, не одно десятилетие. И в итоге сломалось. Вот, видите. Вот такое сверло на 10 мм. Под пробку, которая тоже на 10 мм. Забил побольше пробки, естественно, сразу понадобились саморезы более длинные. Я саморезы использую без центровки, то есть без конуса вот здесь вот на шляпке. Почему? Чтобы потом они легко могли вот в этом уголку, вот видите, туда-сюда. Тогда мне легче уголок попадать по линии. Видите, закрутился немножко ниже. Я могу его сейчас поправить. Например, вот так. Приоткрутил саморез, приподнял. За счет того, что отверстие большое, видите, ровно по линии идет. А здесь уголок немножко ниже. Ну вот он тоже играет. Первый ряд сделал. Видите, вот здесь придется делать вставочку. Сюда 3 сантиметра шириной. Ничего, сделаем. Отверстие, как вы видели, заделал раствором, пусть сохнет. Потом это все зашпатлюется, покрасится. Вот, плитка закончена. Швы надо заделать. Процесс затирки взялся мастер. Затирочных работ. Лариса зовут. Смотрите, как у нее ловко получается. Она меня перед этим спросила... Делал ли я когда-нибудь это? Ну, я же, конечно, не делал. Я доверил ей эту работу. Но она мне... вот так еще пальчиком делал. Да, отлично. А она мне говорит, у меня другое было задание. А я ее спросил, а кто тебе дал задание? Она говорит, а я сама. А я отменил ей это задание. И теперь она с удовольствием делает то, которое ей назначил. Нет, это я тебе учу. Это она меня учит. Извиняюсь. Ты заблуждаешься. Ого, смотри, сколько, поскольку лишнего. Так она схватится, я боюсь.
Только она схватится, потом будешь это ковырять. Надо пальчиком проводить. Посмотри, сколько лишнего. Плитку, Юра. Положил, уложил, приклеил. Меня все устраивает. Мне нравится. Конечно, тут не супер все. Ну, процесс идет. Процесс начат, и процесс идет, и продолжается. Жизнь идет, и жизнь продолжается. Так что смотрите, кому понравилось, не забывайте про нас. Да, кроме плитки у нас тут, видите, еще кухня. Еще это да. Все не закончилось. Короче, все делаем своими руками. Да, долго-долго нам еще работать. Всем пока-пока, всего самого наилучшего. Ложите, кладите плитку вместе с нами. Смотрите, какая красота.